Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Небольшой обзор теплицы на 10 мая 2021 года. Вот наши огурцы. Подвязали вот такие вот веревки, уже натянули. И пошли огурцы уже пускать усы. Ну и скоро будут все выше и выше подниматься. Даже вон там уже зацвели, но еще только пустоцветом. Ну так в целом, вот так вот они себя неплохо чувствуют. Лишние все пасынки вот так вот удалили и припудрили золой. Зелень вся в этом году всходила очень плохо, потому что апрель был холодный, долго все всходило, но вот так вот хотя бы немножко, но подрастать стало вот с приходом именно тепла майского. Здесь и смеси салатов, и вот эта вся японская зелень различная. Вот, в общем, вот так вот все повсходило. Здесь немножко даже подсаживали, потому что не всходило ничего. Но потом вот взошло и то, что раньше садили, и то, что позже. Но здесь, на этом участке, она будет расти, вся эта зелень, до конца мая. Пока сюда не посадим огурцы, который будет позднее давать свой урожай. Зашел и укроп, хотя его и хватает самосевом в теплице всходит. Ну, вот небольшой рядок еще с краю теплицы тоже взошел. И редиска такая вот. В этом году погуще ее посеяли, поэтому такая достаточно густая редиска. Ну, тоже такая зелененькая. В принципе, хорошо растет. Наверное, уже через дней 7, но точно уже будем вырывать. А пока вот из-за холодного апреля она еще вот не выросла. Хотя в прошлом году уже в это время была такая, ну, небольшая, но уже была редиска. Земляника тоже вот стоит. Здесь в теплице часть теплицы, часть на веранде. Кусты в целом уже подросли. Можно будет скоро их уже высаживать на грядке, но пока занимаемся другими делами. Пусть она еще постоит, наверное, недельку, может, чуть больше. Ну, посмотрим там по прогнозу погоды. Так, земляника тоже себя неплохо чувствует. Здесь в теплице и идем дальше. Здесь у нас лук, крест-салат и вот эта капуста мизуна. А там дальше у нас идет шпинат. Зашла и малина. Нужно будет ее, вот, когда зелень вот эту все будем убирать, все ее повыкопаем. От корней видно. Здесь в теплице рыхлая земля, поэтому такая вот уже малина вымахала. Ну, перед тем, как перец высаживать, всю ее уберем. И капуста мизуна. Это очень вкусная, полезная вот такая зелень. Обязательно ее приобретите, присмотритесь к ней. Очень она вкусная в салатах. Растет хорошо. В течение примерно месяца она способна отдавать зелень, а потом уходит в цвет. И на именно открытой территории, соответственно, ее едят блохи. А вот в теплице она хорошо растет, здесь никаких блошки не заходят, поэтому здесь она вся целая. Ну и крест-салат тоже подрастает. Уже скоро можно будет смело рвать зелень на салаты. Рассада лука в этом году такая вот плохая из-за того, что попался какой-то больной перец. Не знаю, какая у этого перца болезнь, но в общем рядом стоял лук, и весь он совершенно вот так вот посохли все кончики. Только вот когда высадили его в теплицу, прикопали в эту землю, он начал вот хоть отходить. А так именно от перца какая-то болезнь перешла. И вот такой вот лук. Ну, как раз к высадке он, в принципе, тоже должен отрасти. Хотя будут зелененькие такие, уже молодые листочки стали появляться. Капуста в этом году зашла не очень хорошо. Ранняя неплохо так зашла, а вот поздние попались какие-то невсхожие семена. И, наверное, два сорта, они что-то совсем не хотят всходить, поэтому подсадили там еще. Ну, если что, можно будет взять капусту у бабушки, поэтому никаких проблем с этим нету. Вот такие вот цинии. Ну, в целом, не все они зашли, но вот достаточное количество, поэтому
цинии тоже, в принципе, такие вот неплохие. В этом году будут не переросшие цинии, потому что холодный апрель. Астры почему-то вообще не хотят всходить. Но дома у нас растут высокорослые астры, поэтому даже если эти не взойдут, ну, ничего страшного. Здесь у нас ипомея взошла. Это у нас левкой и бальзамины. Здесь у нас зашел львиный зев. Клеома вот так вот хорошо взошла из своих семян. И бархатцы. Еще один бальзамин другого цвета. Красный вроде бы. Это у нас амарант. Всегда он хорошо всходит и очень быстро растет. Ну и там опять капуста. Цветная. Брокколи понемножку взошло, но там опять тоже подсадили, поэтому будет она не вся разом поспевать, ничего страшного. Немного в этом году капусты будем садить. Здесь взошел вербаскум, вот он такой мелкий. А здесь у нас взошел кариопсис. Видите, часть семян взошли, а часть не взошли, поэтому попались тоже не всхожие вот эти головки цветов. Здесь цинии калифорнийские великаны, там начинает всходить люпин, и там еще вербаскум. И получается вот это высадили домашний, как он называется, пенстемон, вот такой вот высокий. И рассадили гелиотроп. Долго он в этом году стоял на подоконнике, рано слишком посеяли, проверяли семена на всхожесть, но вот немножко так перерос, ну ничего страшного, все теплица, в принципе, вот сейчас он отойдет, и каждый росток, вот этот, рассажен по отдельным стаканчикам, поэтому ничего с ним плохого не случится. И начинают всходить арбузы, тут дыни, тыквы и еще тут, наверное, кое-где огурцы. И вот такие вот уже взошли кабачки. Поэтому вот такой вот небольшой обзорчик. Что растет в теплице. Ну и повторюсь, только из-за вот холодного апреля все запоздало. А так раньше, в прошлом году уже ко 2 мая была хорошая зелень. А в этом году вот все позже намного. Хотя вот сейчас пришло тепло. И может быть даже уже через неделю или даже... Ну через неделю или немножко побольше будем уже высаживать и перец с помидорами. А, соответственно, вся у нас тут практически рассада в ящиках. Все уберется с теплицы уже на улицу. И высадим помидоры. Ну, посмотрим, как будет погода давать, позволять. Ну и все. Всем тем, кому понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.